Шалом, возлюбленные, и мир вам от нашего Господа Иисуса Христа, от всех нас из Индонезии. Возлюбленные, через передачу «Время исцеления» мы продолжаем молиться о вашем благословении и восстановлении. Поэтому, возлюбленные, давайте примем вместе благословение через хвалу. Sembahkan seluruh hidupku di
Возлюбленные, давайте послушаем Слово Божие, которым с нами поделится пастор Ника Ньохарахардио. Пусть Слово Божие, которое мы примем, поведет нас и принесет мир в наши жизни. Господь Иисус умер за наши грехи. Иисус был похоронен, но Он воскрес к жизни на третий день. Иисус действительно воскрес, и Он действительно живет. Он всегда в наших сердцах. После этого Иисус являлся более чем 500 своим последователям на протяжении 40 дней, чтобы доказать, что Он живой. Иисус также утешал и укреплял Своих учеников, которых потрясла Его смерть. Иисус посетил Фому, одного из учеников, который не верил в то, что Иисус воскрес. Библия говорит, что если бы Иисус не воскрес из мертвых, то, во-первых, проповедь Евангелия была бы напрасным занятием. Поэтому если вы не верите в то, что Иисус воскрес, то вы не понимаете, когда Слово Божие проповедуется вам. Это напрасно. Во-вторых, если бы Иисус не воскрес из мертвых, наша вера была бы напрасной. Мы по-прежнему были бы в наших грехах,
Библия говорит, что если мы исповедуем устами Господа Иисуса и верим в сердце, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасемся. А если вы не верите в то, что Иисус воскрес из мертвых, то вы не спасетесь. И хотя мы исповедуем устами Иисуса Господом, если мы не верим в сердце, что Иисус воскрес из мертвых, мы не будем спасены. Точно так же, если мы не верим, что сила Его воскресения делает нас победителями, мы не наследуем Царства Небесного. Все потому, что мы постоянно будем жить в поражении и будем проигрывать битву против греха, против врага, против искушений мира. Мы будем постоянно исполнять дела плоти. И если мы будем постоянно жить в поражении, то, как говорит Библия, мы не наследуем Царства Божьего. А в-третьих, если Иисус не воскрес из мертвых, то мы самые несчастные из людей. Мы видим, как сильно Иисус любил Фому. Иисус пытался убедить Фому, чтобы то, о чем мы говорили ранее, не коснулось его. Иисус сделает то же самое и для нас, для вас и для меня. Слава Господу, что Фома в итоге уверовал. Иисус сказал Фоме: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны, не видевшие и уверовавшие». Если вы сталкивались с проблемами в жизни, то знаете, что Иисус просит лишь о том, чтобы мы верили в то, что Он может решить наши проблемы. Вы не должны верить в это после того, как проблема решилась. Это нельзя назвать верой. Мы должны верить Иисусу. Это означает, что мы должны верить, даже когда не видим ничего. Ведь без веры угодить Богу невозможно. А вера должна идти в паре с действиями. Мы должны предпринимать действия, чтобы подтвердить свою веру, ведь вера без дел мертва. Один заядлый курильщик подошел к пастырю и сказал: «Пастырь, пожалуйста, помолитесь за меня, чтобы я избавился от этой зависимости. Я пытался бросить курить, но никак не мог освободиться от этого». А пастор ответил ему: «Ты действительно не можешь, но Иисус может». Тогда курильщик ответил: «Пожалуйста, пастор, помолитесь за меня, чтобы у меня была сила воли, чтобы отказаться от этой зависимости». А пастор сказал: «Ты говорил, что пытался освободиться от этой зависимости своими силами. Теперь тебе стоит попросить помощи у Господа Иисуса и позволить Ему работать в тебе». Через несколько недель этот курильщик встретился с пастырем и сказал ему: «Пастор, я освободился от зависимости курения». «Как такое может быть?» — спросил его пастор. А курильщик ответил: «После встречи с вами я пошел домой и внезапно ощутил сильное желание закурить, но в этот раз я не противился ему. И когда я поднес зажигалку к сигарете, то сказал Богу: „Боже, я не способен освободиться от этой зависимости, но я верю, что Ты можешь освободить меня. Пожалуйста, помоги мне, Господь“». И что случилось? Через несколько дней мне стало плохо от самого вида сигареты, и желание курить полностью пропало. Сталкивался ли кто-то из вас с подобными проблемами? Возможно, вы зависимы от наркотиков или склонны к ненависти, не можете простить, у вас разбито сердце, не можете полюбить. Вы пытались освободиться от этих вещей своими силами, но не могли справиться с ними. А я хочу сказать вам: вы не можете сделать это, но Иисус может. Библия говорит: «Человеком
Это невозможно, но только не Богу. Богу абсолютно все возможно. Он может освободить нас. Melakukan perkara yang besar Dia sanggup Yesus sanggup Memulihkan yang terluka Menyembuhkan yang menderita Dia sanggup memulihkan hidupku Dia sanggup memulihkan hidupku Yesus sanggup Однажды Симон Петр, Фома, которого звали Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Зеведеева, и еще двое учеников были с ним на берегу. Симон Петр сказал им: «Я отправляюсь ловить рыбу». Они ответили ему: «И мы тоже? Отправимся с тобой». Они пошли и сели в лодку, но в ту ночь они не поймали ничего. А когда настало утро, на берегу стоял Иисус. Но ученики не знали, что это был Иисус. Тогда Иисус сказал им: «Дети, а есть ли у вас еда?» Они ответили ему: «Нет». Тогда Иисус сказал им: «Бросьте сеть по правому борту лодки, и вы поймаете рыбу». Они бросили сеть и не смогли затащить ее назад из-за множества рыб, которая оказалась в ней. Поэтому ученик, которого Иисус любил, сказал Петру: «Это Господь». Когда Симон Петр услышал, что это Господь, он надел на себя одежду, потому что снял ее ранее, и прыгнул в воду. Другие ученики подплыли на второй лодке, потому что находились недалеко от берега, где-то в сотне метров, и они подхватили сеть с рыбой. Когда они подплыли к берегу, то увидели костер и угли, на которых лежали рыба и хлеб. Иисус сказал им: «Принесите рыбу, которую вы поймали». Симон Петр пошел и вытащил сеть на берег. В ней было много больших рыбин, 153 штуки. И хоть там было так много рыбы, сеть не порвалась. У них был большой улов. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku Ku puji, ku sembah kau Tuhan Ku puji, ku sembah kau Tuhan Ku puji, ku sembah kau Yesus После того, как Иисус воскрес из мертвых, Он совершил необычные чудеса. Это не могло случиться, но с Иисусом нет ничего невозможного. Он попросил учеников поймать рыбу утром. Обычно на Галилейском море рыбу ловили вечером. Он также попросил их поймать рыбу в весьма мелкой воде. Все это происходило на расстоянии 200 локтей или где-то 90 метров от берега. Обычно крупная рыба водится на глубине. Он попросил их бросить сеть по правой стороне лодки. В чем разница между тем, чтобы бросать сеть слева или справа? Так как лодка не была особо большой, сеть покрывала практически ту же площадь в воде. Очевидно, что ключ к необычным чудесам кроется в повиновении. Хоть это и может казаться бессмысленным, но если мы хотим пережить необыкновенные чудеса, то должны повиноваться тому, что Бог говорит нам с вами. Мы можем думать, что в этом нет смысла. Они не знали, что с берега к ним говорил Иисус. Но почему они все равно послушались Его? Потому что у учеников были близкие взаимоотношения с Иисусом. Тот, кто живет в близких взаимоотношениях с Иисусом, сможет услышать Его голос даже в трудные времена. Если мы хотим переживать необычные чудеса, то у нас должны быть близкие отношения с Иисусом.
Помните, что именно Иисус творит необычные чудеса. И для того, чтобы они происходили, мы должны быть послушны Его голосу. А для того, чтобы слышать Его голос, мы должны иметь близкие отношения с Ним. Незадолго до того, как Иисуса арестовали, после Последней вечери, Иисус сказал ученикам: «Все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь». Петр ответил: «Даже если все соблазнятся, я никогда не соблазнюсь». Иисус ответил ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но Петр сказал: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Но что случилось? Когда Иисуса арестовали, те слова, которые Иисус сказал Петру, сбылись. Прежде чем запел петух, Петр трижды отрекся от Иисуса. А когда петух запел, Иисус посмотрел на Петра, и тот сразу же вспомнил слова, которые Иисус сказал ему. Он ушел прочь и горько заплакал. С того дня Петр ходил с чувством вины. Он думал: «Господи, я не хотел делать этого, но почему я сделал это?» Случай Петра отличается от случая Иуды. В случае Петра мы видим импульсивный ответ, а в случае Иуды мы видим план. Он был готов продать Иисуса за деньги. Но после того, как он услышал, что Иисуса приговорили к смерти, ему стало жалко. Если бы Иисуса избили до полусмерти, то для Иуды это было бы нормально. Это была фатальная ошибка. В итоге Иуда повесился. Он упал головой вниз, его тело раскрылось, и все внутренности повыпадали. Иисус знал, что случилось с Петром, поэтому Иисус специально пришел к Петру, чтобы восстановить его чувство вины. Когда Иисус встретился с Петром, то спросил его: «Симон, сын Ионин, любишь ли ты меня больше их?» Петр ответил: «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус ответил: «Паси овец моих». Сердце Петра было сокрушено, и Бог восстановил его от чувства вины. Помните, Господь всегда дает нам второй и третий шанс. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu, kalau begitu gembalakan domba-dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu, kalau begitu gembalakan dombaku. Божья любовь к нам похожа на это. Если вы серьезно относитесь к Богу, но согрешили против Него, и у вас есть чувство вины, то знайте, что Иисус придет и восстановит вас. Скажите, кто из вас хочет пережить необычное чудо, чтобы пережить то, чего не видело око, не слышало ухо и не приходило в сердце человеку? Я хочу помолиться за вас. Поднимите свои руки. Я хочу помолиться за вас. Господи, Ты видишь эти поднятые руки. Твои дети пришли с различными проблемами. Они хотят пережить необыкновенные чудеса в своей жизни. А теперь принимайте. Принимайте свое исцеление.
избавление, восстановление от нашего Господа Иисуса Христа во славу Его. И да будет так. Аминь. Аллилуйя! Мы прославляли и поклонялись Богу вместе, мы услышали Слово Божие. В качестве нашей благодарности за спасение, которое даровал нам Иисус Христос, давайте продолжать жить свято и угождать нашему Господу. Это то, что приятно сердцу нашего Бога. С вами сегодня, как и всегда, был Билли. Увидимся на следующей неделе. Иисус, аку percaya, Иисус, аку percaya, Иисус, аку percaya, о, Иисус, аку percaya, Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Иисус, аку percaya, Иисус, аку percaya, о, Иисус, аку percaya, Иисус, аку percaya. Kau pulihkan, sembuhkan mujizat di dalam diri. Sama-sama lambaikan, haleluya, terpujilah.